сотни байкеров из Владимирской, Нижегородской, Московской областей и даже из Волгограда и Нового Уренгоя едут сажать лес в Суздальском районе. Открытие мотосезона они отмечают участием в акции «Сад памяти», которая проходит в России и еще 50 государствах мира. Акции, международная акция «Сад памяти» проходит у нас уже не первый раз в Владимирской области. Всего нам нужно посадить, запланировано в этом году 200 тысяч саженцев. Она очень востребована, в ней принимают участие у нас как и администрации районов, общественные организации, клубы, которые вы сегодня видите, «Ночные волки». Мотоциклисты поставили масштабную цель – высадить 12 тысяч молодых сосен на 2,5 гектарах вырубки. Каждое дерево в памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Михаил Медведев из Подмосковья участвует в акции не впервые. На его счету уже более 400 деревьев, высаженных в Крыму и в своем родном городе. Лес, как и нефть и газ – это наше достояние. Наше российское. Лес – это наша палочка-выручалочка. К сожалению, не все это понимают, поэтому стараюсь такой акцией как-то людям это донести. Виктор Гореев – художник по металлу. В кругах «Ночных волков» его называют Юрич. Преодолев более 1000 километров, во Владимирскую область он приехал по зову сердца. Виктор просит не называть его байкером, ведь он русский мотоциклист. Байкеры – ассоциации совершенно другое. Байкеры – это наколки, перстня, пиво и разврат. Русские мотоциклисты добрыми делами занимаются. Сеянцы сосны, высаженные байкерами из питомников Владимирской области. Технически лесом эта территория станет через 6 лет, когда кроны молодых деревьев сомкнутся. Но настоящий эффект от акции проявится не скоро. Мы результаты своего труда, как правило, не видим. А сажаем лес для будущих поколений, для наших детей, для наших внуков. Ну, возраст спелости любое дерево достигает там, от 60 до 80 до 100 лет, в зависимости от того, какая это порода и где она расположена. Байкеры обещают, что будут наблюдать не только за тем, как приживаются и растут их деревья. Мотоциклисты обещают следить еще и за порядком. Помимо посадки мы еще строим так называемое место отдыха для людей, пребывающих в лесу. Вот его установили позади меня аншлаг. Поэтому я думаю, мы будем приезжать сюда. Также поддерживать, подкрашивать место отдыха. Акция «Сад памяти» – это одно из сотен мероприятий по лесовосстановлению во Владимирской области. Согласно национальному проекту, везде, где вырублены деревья, должны появиться молодые саженцы. В нашем регионе работы идут с опережением графика и завершатся к 1 июня. Ирина Курочкина, Андрей Великов, «Губерния-33».